Анастасия Мирончик, Иванова, Павел Лыжин, Нина Савина и многие другие. Именитые бобручане, которые побеждали и продолжают это делать до сих пор в соревнованиях любого уровня по легкой атлетике. Именно их результаты мотивируют тысячи мальчишек и девчонок заниматься этим видом спорта. Не одну плеяду спортсменов высокого уровня воспитал Юрий Шатохин, заслуженный тренер БССР, в памяти которого Бобруйский уже в 16-й раз прошел турнир по спринтерскому бегу. Довольно высокий уровень результатов вообще в этих соревнованиях. Очень многие известные спортсмены наши начинали у нас соревноваться. Достаточно сказать, что Иванова Мирончик, Анастасия Мирончик Иванова, которая стала победительницей недавнего матча века СССР Европа-США, она начинала соревноваться на наших соревнованиях. 100, 200, 400 метров – дистанции, на которых мальчишки и девчонки 2005 и 2006 годов рождения определяли самых быстрых. Стоит отметить, бобруйские спортсмены показали достойные результаты и в каждом виде соревнований поднимались на пьедестал почета. Кто знает, может кто-то из них в будущем прославит наш город и нашу страну. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск 360.